плотнее к центру, вставайте еще. А можно чуть-чуть назад? Подождите, где Саша? Саша, Полин, я Артему отвечу. Дальше фотограф слева. Кофе ломаем, все счастливые улыбаются. Шикарно. С нами Алина Морякаева, ведущая модель бренда Пономарев. Недавно она участвовала в показе, только что прошел показ. Как ваши впечатления? Показ очень понравился. Вот, я думаю, что в будущем я скуплю половину сегодняшних представленных моделей на показе. Вот, а сам показ организован очень со вкусом, с ведущими какими-то музыкальными тенденциями, танцами и всем прочим. Очень интересно, очень понравилось. А как вы можете свой образ охарактеризовать? Я... Как эта песня есть? Ты рыба моей мечты. Да я. Вот сегодня да, такое замечательное платье из чешуи. Да, очень стильно, действительно, да. Спасибо. Андрей Пономарев. Недавно он представил свою новую коллекцию на Volvo Fashion Week. Андрей, во-первых, хочется вас поздравить. Действительно, все было феноменально. И, мне кажется, весь зал был переполнен. Люди стояли, аплодировали, не хотели вас отпускать. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея коллекции, как называется коллекция и из каких тканей и материалов вы ее создавали? Как ты много задала вопросов, честно говоря, я растерялся. Что ты задала вопрос? Идея коллекции как и название. Так, идея коллекции, это, наверное, что-то такое новое создать, потому что меня давно уже не было на подиуме, и тут я решил все-таки о себе напомнить. И идея была такая, создать новую коллекцию, о которой будет народ говорить, о которой, которую коллекцию будут хотеть, на которую приятно будет смотреть, ну... А название? Я забыл, честно говоря, название. У вас очень много контрастных оттенков. Что вы вкладываете вот в эту цветовую гамму? Может быть, она отражает какое-то ваше мировосприятие? Ну, во-первых, там больше всего черного цвета. Это мой любимый цвет. Это даже не цвет какой-то грусти, это не цвет чего-то, это цвет даже не настроения, это просто мой любимый цвет. Очень много серебра. Вот серебро это как раз-таки больше мой любимый цвет, металл. Я не знаю даже, что сказать. Мне реально тебе говорю, у меня очень много эмоций, и коллекция подбиралась, наверное, по настроению больше. Так как я люблю очень много сложных линий, я люблю какой-то сложный покрой, пошив. Все это как бы я и соединил в единую коллекцию. А из каких материалов основные образы коллекции? В основном это был шелк, натуральный шелк, шерсть. Но это то, что самое как бы главное было в коллекции. Костюмная ткань, кружево, кожа. Это то, с чем я люблю работать, это то, что я люблю соединять, то, что люблю совмещать. И этим я живу, и живут мои клиенты. А большинство образов коллекции все-таки женские. Как вы можете охарактеризовать успешную женщину? Вот кто, по вашему мнению, современная лакшери-леди? Та, которая одевается в одежду Пономарев. Какие у вас критерии женской красоты и что в женщине наиболее привлекательно? Самое, наверное, привлекательное в женщине – это доброта. Для меня это самое сексуальное качество, самое лучшее качество – это доброта. Как бы женщина ни была одета, если она не добра, лучше всего это доброта. Да, и еще немножечко о коллекции. Вы опирались на каких-то, может быть, зарубежных модельеров, основываясь на их основы? И кого вы можете назвать своими учителями? Потому что действительно такие необычные идеи. Вот даже девушка, которая стоит рядом с вами, такое платье, вот феноменально. Я всегда оперируюсь только на европейскую моду. Российская мода меня никогда не интересовала, мне никогда это не нравилось. Я работаю только по европейской моде, я постоянно смотрю фэшн-показы Европы, журналы покупаю европейские. То есть я как бы целенаправленно, целеустремленно иду именно на ту моду, которая, ну, как бы в Европе, потому что для меня это... Ну, наверное, прыжок в будущее, потому что у нас всегда, как бы, мода всегда идет первая именно от Европы. А потом уже через долгое время приходит сюда. А на кого я оперируюсь, на кого я равняюсь? Наверное, это бренд Disquiet. Это бренд Cavalli. И, конечно же, McQueen.
И охарактеризуйте вашу коллекцию в 3-4 словах. Дерзкая, сексуальная и лучшая. Но то, что лучшее, это действительно, мне кажется, что ваша коллекция будет самой первой во всех магазинах. И, девчонки, вам самим понравилось? Безумно, безумная коллекция. Мы просто хотим сказать Андрею спасибо большое, потому что мы приняли массу удовольствия. Я считаю, что эта коллекция вызывает уверенность в женщине и сексуальность, что основное нужно для женщины. А почему вы решили сделать вот такой необычный макияж? Такое настроение. То есть макияж, он должен подчеркивать одежду? Он должен подчеркивать настроение. Я его и подчеркнул. Мне кажется, у вас получилось. Андрей Пономарев, специально.